Так, ну мы с вами дошли до каменного моста. До каменного моста. Сюда открывается чудесный вид на канал Грибоедова. Это улица Гороховая. Сейчас мы с вами по ней пойдем вот в эту сторону. Попробуем попасть в один подъезд. И потом еще там у меня есть идея. Вот, Гороховая. Смотрите, какие красивые здесь дома на Гороховой. Угу. И ворота. Вот говорю, ворота здесь просто. Вот они, наверное, все-таки все оригинальные, потому что действительно так. Дом Граббе построен в середине 18 века. Перестроен в 1839 году архитектор Камулли. Дом Граббе. Вот такой красивый дом. Здесь такие так украшенные окна нижнего этажа. Красиво. Так, дальше идем. Гороховая. Вот что, так вот буду видеть, буду вам тоже говорить. Мы же гуляем, мы же не бежим. Все, быстро-быстро снять, быстро-быстро все поснимать. Правильно? Вот тоже особняк такой красивый, очень красивый. Так. Не, ну здесь, знаете, заходить во все ворота, подворотни. Просто нереально. А очень-очень хочется, если честно. Я уверена, здесь такие дворики, здесь такие секретики во двориках. Особенно, если они открыты и свободный доступ, так вообще... Они открыты большинству. Ну, не все, не все. Вот эти закрытые красивые ворота. Ой, какой дом красивущий. Это что тут? Вензель. Да. Сейчас я перейду на ту сторону, покажу вам этот дом. Очень красивый. Я потом посмотрю, что за дом, и скажу вам. Буква В. Или подпишу. Сейчас перейду на ту сторону. А снизу магазин. Может, он и был здесь магазин? Очень красиво. Гороховый дом 32. Надо найти. Покажу ту часть улицы, которую мы прошли. А здесь вот такой вот. Ой. Какой старинный автомобильчик. Идем дальше по Гороховой улице.
Я очень надеюсь, что у меня получится все, что я сегодня задумала. Да. А как же иначе? А, это вот такие автобусики, они, наверное, возят туристов, что ли, вот такие. А что они тут ходят? Наверное. Просто толпы людей на улицах. Толпы. Это что-то вообще, что-то с чем, что-то с чем-то. Толпы, толпы. Да. Как они вот это все сохраняли? Как они это все сохранили в таком вот, в каком-то первозданном виде? Все-таки Москва, она более какая-то такая умытая, что ли. Зеленый. Ну вот. В этот раз мы с вами по Дороховой, по Невскому, по Большой Конюшиной, по Дороховому. Вот такие места. Ну. Вообще, вот у каждого, я так думаю, свой Петербург. Какие-то свои места в городе есть, которые ему дороги, куда он любит ходить, где он любит бывать. Вот. Вот у меня, кстати, одно из таких мест — это канал Грибоедова. Очень люблю его. Вот район, как раз где мы сегодня живем. Большая Конюшина, Миллионная улица. Потом там, как они называются, набережная Фонтанки, набережная Мойки, набережная, вот эти все набережные, Грибоедова. Очень мне нравится. Вот мы с вами уже почти подошли к дому, куда я очень надеюсь попасть сегодня. Подъезд Ротонда. Вроде как там платно за вознаграждение консьержу. Ну, консьерж так неплохо устроился и пускает туда, как написано, за символическую плату. Ну, смотри, что считать символической. По-моему, стоит 200 рублей в этот подъезд войти. Вот. Ну, сейчас попробуем. Потому что в Питере я бываю не каждый день, хоть и каждый год. И я вам потом покажу это здание. Ну, где этот подъезд, парадная ротонда, я вам покажу это здание. Еще надо найти подъезд. Для начала. Так, сейчас найдем. Вот не здесь. Так, мы с вами вышли на набережную реки Фонтанки.
Так, дом Яковлевых, Евментьевых. Построен 1780-1790 год. Ну да, сюда раньше надо попасть. Где этот подъезд с консьержем? Где он? Вот он, этот дом. Ой, ну. Так, как выяснилось, я прошла вход. Я сейчас буду возвращаться. Я здесь первый раз. Правильно? Чё гулять время по одним и тем же местам? Надо открывать для себя новые места в знакомом уже городе. Дома такие красивые, с колоннами. Так. Набережная Фонтанки. Дом 57. А. Вернее, Горохова 57. А. Вот это, наверное, подъезд. Нет. Здесь кафе. До этого, наверное, дом. Для этого 57А. Так. Я отвечаю, я не дома, я не 18. Магазин. Ротонда слева после арки. Ротонда слева. Тут прям целая уже достопримечательность. Слева после арки. Ну. Вот это что ли? Такой невзрачненький подъездик.